right, so this next session should be pretty cool. For those of you who were in Seattle earlier in the year, or in Hamburg prior to that, or even in last year's Seattle, a guy by the name of Joel Brody, who is the founder of GameZebo, came up with this idea of Hype versus Real Deal, which was essentially a panel format where the moderator throws out topics, emerging markets, ideas, product ideas, markets that may or may not be interesting, and then asks a panel of experts what they think, to predict whether they think it's hype or if it's something that's actually going to be relevant to the game industry in the future. So we did this in Europe and we did this in Seattle, and I wanted to do an Eastern European edition, and I got to thinking prior to the show who would be the perfect person to moderate this in an interesting way. And of course I thought of Yulia Lebedeva. She's just an awesome presenter and has a great way of making her panelists, you know, own up to their ideas. And so she took this concept and adapted it to Eastern Europe, and I've been really excited to see this for the last couple of months. So with that, I'm going to hand it over to Julia, and we're going to, what is the name of this in Russian? Разрушители мифов игровой индустрии. All right. A bit longer. All right. So thank you very much. Go. Thank you, David. Всем здравствуйте. Еще раз о себе тогда на русском и о том, чем мы будем заниматься в ближайший час. Меня зовут Юлия Лебедева. Я руководитель отдела рекламы и пиар компании Nivasoft, разработчика и издателя казуальных игр для различных платформ. Сегодня впервые на русском языке будет проводиться такой круглый стол. У нас есть эксперты, с которыми мы скоро познакомимся. И у нас будет 10 трендов игровой индустрии, либо 10 мифов. В общем, это будут темы, которые многие обсуждают, над которыми многие задумываются, но не все знают, что с ними можно делать. Наши эксперты, естественно, знают. Они будут высказывать свое мнение. Время от времени поднимаю вот такие таблички «Верю» или «Не верю». Как правило, в момент, когда я буду менять слайды. А потом они будут аргументировать свою позицию, доказывать свою точку зрения. Чем горячее будет дискуссия, тем всем нам будет интереснее смотреть. Поэтому к участникам у меня личная просьба не стесняться выражать свое мнение. И начнем мы, пожалуй, с того, что представим участников. Уважаемые эксперты, пожалуйста, представьтесь, ваше имя, компания и пару слов о себе. Можно начать с Натальи. Добрый день, меня зовут Матвеева Наталья, я представляю компанию Real Ori Studios. Наша компания на рынке существует уже 9 лет. Мы успешно продаем казуальные игры на всевозможных платформах, включая iPhone, iPad, Android. Мы растем, развиваемся, не знаю, самые лучшие. Я думаю, можно поддержать участников. Ну и давайте начнем, я не знаю, Виталий. Меня зовут Виталий Хить, просто Виталий Хить, абсолютист. Ну, а абсолютистке можно сказать только одно. Тоже такие же старые, как Реал Лор. Я Лавар. Как вы видите, эксперты у нас самые экспертные и опытные, и они наверняка смогут ответить на все вопросы. Ну, давайте дальше по порядку, Павел. Меня зовут Павел Рейконин, я представляю компанию Nivasoft. Я сооснователь и директор по дистрибуции. Наша компания, как известно, занимается разработкой, издательством игр, в основном casual игр, на различные платформы, как PC, downloadable, так и mobile, так и social. Так что и нам тоже 9 лет. Игорь. Меня зовут Игорь Бухман, я представляю компанию Playrix. Мы делаем хорошие казуальные игры и издаем их. Это мобильные игры, скачиваемые игры и социальные игры. И нам 8 лет скоро будет. Предлагаю сегодня отмечать дни рождения вечером. Ну и Александр. Александр Лысковский, компания Лавар. Дикси. Аплодисменты участникам. Они наверняка знают ответы на все вопросы. Ну и первый вопрос, первый тренд
выглядит примерно вот так. Если, знаете, просто сравнить, например, темы презентации на Casual Connect в прошлом году и в этом, то можно легко заметить, как изменилось направление деятельности у многих компаний. Разрабатывая игры, например, для PC, сейчас, пожалуй, только ленивый не смотрит в сторону портирования их на мобильные платформы. Многие занимаются социальными играми, онлайн-играми и так далее. Собственно, вопрос звучит следующим образом. Скачиваемые казуальные игры, стоит ли в них еще вкладывать деньги, или это уже прошлое, стоит о нем забыть и двигаться куда-то дальше? Ваш ответ? Что, все единогласны? Отлично. А где же споры? Я хочу показать, прежде чем вы будете аргументировать свои позиции, я хочу показать вот такой скрин. Он сделан... вам не видно, да? Я вам расскажу. Это Hype vs. Real Deal, который происходил в Сиэтле в 2010 году. Среди участников были Big Fish Games, PopCup, Zynga, Last Day of Work. И на вопрос о казуальных играх они ответили менее единогласно. 4 человека ответили «Да, верю, real», и один человек ответил, что это хайп. Но вот прошло уже больше года, и мнение в Восточной Европе немножко другое. Итак, вот, Александр, я вижу, что у вас горит микрофон. Мне кажется, после краткости, которую вы нам продемонстрировали, сейчас вы нам дадите развернутый, полный ответ, почему в скачиваемые казуальные игры еще стоит вкладывать деньги. Если бы я задавал этот вопрос, я бы задал два вопроса. Один вопрос, нужно ли тем компаниям, которые раньше занимались казуальными играми, продолжать этим заниматься. И поднял бы синенькую штучку, верю. А второй вопрос я бы задал так. Нужно ли новым командам, которые хотят создавать игры, хотят заниматься этим бизнесом, создавать именно PC Casual как основную платформу? Я поднял красненькую. Все считают, что тем, у кого это получается и у кого все хорошо, надо продолжать этим заниматься. Но новые команды должны заниматься более масштабным бизнесом. Хорошо, спасибо. Наталья? Я бы ответила немножко по-другому. Если вы хотите делать игры, делайте казуальные игры. Если вы хотите создавать компании, продавать компании, то уже не стоит заниматься казуальными играми. Но деньги есть ли еще? То есть можно ли заработать деньги, сделав казуальную игру, скачиваемую? Моего порядка нет, а порядка людей, которые только начинают этим заниматься или занимаются там пару лет, да. Потому что у всех разное понятие денег. Понятно. Виталий, хочешь что-то сказать? Ребят, разработчики, я тут, наверное, один из немногих разработчиков, да, не слушайте издателей, делайте. И не задумывайтесь. Издателей будет много. Вот эти издатели, они самые классные, конечно, этот. Но принцип заключается в том, что маркет это никуда не уходили. И не будут уходить. Да. Сейчас на Маке, извините, можно достаточно неплохие деньги поднять на обычном скачиваемом казуальном контенте. Посему, Саша, я с тобой абсолютно не согласен. Молодым надо выходить с точки зрения мультиплатформенности. Это отдельная песня. Но если паровозом будет и iPad, допустим, и тот же Mac, деньги будут. Спасибо. Игорь, Playrix, хочешь что-то сказать? Да, ну, я на самом деле согласен с Александром. Тоже такая мысль возникла, когда вот я этот вопрос услышал. Но это на самом деле заработать там можно, но, наверное, это менее перспективно, чем какие-то вот free-to-play, игры на free-to-play, free-to-play игры. Игорь, ну вот, например, Playrix, да, известен своими чудесными играми, именно скачиваемыми, да, сделанными для PC. Вот сейчас, как вы видите направление развития своей компании? Вы будете продолжать делать игры для PC? На самом деле мы мы будем продолжать, но мы достаточно настороженно сейчас смотрим на ситуацию, очень внимательно следим за трендами. Пока все там держится, не падает. То есть роста, я бы так сказал, рынка нет, уже не первый год об этом говорят. Следим внимательно за нашими доходами. Они пока держатся на том же уровне. Мы хотим
сейчас больше сконцентрироваться на продолжениях и сомневаемся, что будем вкладывать какие-то значительные ресурсы в новые скачиваемые бренды, какие-то сложные. То есть вот, поэтому мы хотим немножко понаблюдать, что будет происходить, чтобы принять окончательное решение. Но вообще, я думаю, что в ближайшем, вот в будущем это все-таки будет падать. Я думал, что оно будет падать быстрее. Похоже, что не так быстро все это падает, но надо понимать, что приходят новые направления, которые более сейчас должны быть приоритетны. Спасибо. И остался Павел у нас. Ну, касательно нашей компании, я хотел бы сказать не абстрактно о ситуации и тенденциях вообще, а как кейс, что делаем сейчас мы. Соответственно, мы, вот так же, как, наверное, и Playrix, будем продолжать развивать наши успешные линейки, которые есть у нас на PC, но в то же время мы не будем стартовать каких-то новых тайтлов, ориентированных сугубо в первую очередь на PC, потому что считаем это на данный момент неперспективным. Однако PC как платформу мы считаем достаточно сильной, и в ближайшее время она все еще будет достаточно сильной и приносить деньги. Спасибо. Тогда мнение всех экспертов по этому вопросу, наверное, нам понятно. Двигаемся дальше. Сколько существует, наверное, ВКонтакте, столько же существуют и разговоры о том, что придет Facebook в Россию, всех поглотит, и все пользователи уйдут туда. И модно, в общем-то, в интернете разговаривать о темном будущем российских социальных сетей. Тем не менее, на Фейсбуке сейчас чуть более 6 миллионов русскоязычных пользователей. Медленно, но верно их количество растет. И тем не менее остается несравнимым с цифрами, которые мы видим в российских социальных сетях. Вопрос к экспертам звучит следующим образом. Стоит ли рассчитывать на успех русскоязычных социальных игр именно на Фейсбуке в ближайшем обозримом будущем? Возможно ли будет заработать деньги на русскоязычных тайтлах, опубликовав их на Фейсбуке? Ваше мнение. Можно уточнить. На русском языке имеется в виду? Игры на русском языке. То есть сейчас их... Вот, наконец-то, хоть какое-то разногласие у нас появилось. Ну и я думаю, что первым отвечать снова будет Александр, так как он отличился и показал другую табличку. Пожалуйста. Все остальные показали «не верю». Ну, все-таки это 6 миллионов пользователей. Вопрос был, нужно ли заниматься именно русской версией? Нужно. Мы считаем, что контент должен выходить на том количестве языков, на котором вы работаете с вашей аудиторией. Игра на Фейсбуке должна быть на, не знаю, минимум на 7 основных языках, в том числе на русском. И здесь, в России, эти 6 миллионов достаточно много соберут проект, денег для этого проекта. Хорошо, спасибо. Кто считает иначе? Насколько я понял, вопрос был именно в том, что ориентироваться на Facebook, делая social игру на русском языке. И поэтому, соответственно, нет, 6 миллионов против гораздо больших на порядке количеств, которые имеются в Одноклассниках, ВКонтакте, в моем мире. То есть Facebook на данной такой почве не смотрится серьезным. Тем более мы видим, какие хорошие результаты есть в русскоязычных социальных сетях. И, в общем-то, в ближайшее будущее вряд ли весь этот поток людей мигрирует на другую, чуждую для них социальную сеть. Мне хотелось бы немножко согласиться с Александром в том смысле, что, конечно, здорово, когда игра выходит на максимальном количестве платформ, да, и здорово, если она представлена во всех социальных сетях. Здесь, наверное, вопрос может быть в размере бюджета. То есть, если говорить о том, что какой-то небольшой компании, которая делает социальную игру, нужно вкладывать очень много денег для того, чтобы запустить ее еще и на Фейсбуке, то здесь, наверное, может возникнуть вопрос, стоит ли оно того. Наталья хочет что-то сказать. Я просто хотела добавить, что действительно, если у вас уже есть там в 10 соцсетях игры на разных языках, то добавить Facebook это несложно. Другое дело, что если вы хотите ориентироваться именно на Facebook и на русскоязычную аудиторию, я бы сказала, что это слишком затратно для продвижения и слишком неизвестно, насколько это добьется. Потому что продвижение на Facebook, мы все знаем, что это намного дороже, чем в Одноклассниках, ВКонтакте и в моем мире. Спасибо. Еще кто-то желает высказаться?
Ну, здесь еще многое зависит все-таки от контента. Опять-таки, я как разработчик вступаю, но я так сомневаюсь, что тюрега пойдет на Фейсбуке, и сомневаюсь, что очень качественный матч 3 пойдет так же, как тюрега в русских соцсетях. Да? Здесь все-таки давайте смотреть еще с точки зрения аудитории, фейсбучной и вконтактной. Но она абсолютно разная. Я в Сиэтле на своей презентации приводила чудесный пример. Один из моих любимых слайдов был как раз о различии аудитории, правда, там не про русскоязычные, не только про русскоязычные шла речь, о том, что одной из самых популярных игр на Фейсбуке является Mafia Wars. Мафия, красивые, дорогие тачки, оружие и так далее. А ВКонтакте на тот момент тюряга занимала верхние позиции. Ну да, наверное, вкусы иногда у людей немножко отличаются. Итак, идем далее. Раз уже заговорили о социальных сетях, Google Plus. Вопрос будет звучать: Google Plus или Google Minus. Google Plus как платформа для социальных игр. Когда Google Plus только появился, ему показал, как вы все знаете, очень активные темпы роста. Было много прогнозов о том, насколько большое будущее у него будет. Но, например, за последний месяц, буквально вчера смотрела статистику, активность пользователей упала там порядка 40%. И еще интересная статистика была о том, что несмотря на то, что пользователей достаточно много, приводили цифру около 20-25 миллионов, так вот, из них 83%, как утверждают некие аналитики, это неактивные. То есть люди завели аккаунт, но ничего в нем не делают. Итак, Google Plus как платформа для социальных игр. Стоит ли, будет ли это направление перспективным, или это все ни о чем? Кто верит в Google? Не верит у нас только Игорь. Игорь, пожалуйста, аргументируй свою позицию. Ну, я в Google-то верю, на самом деле. Вот, конечно, на Google Plus можно портировать, возможно, даже имеет смысл. Но вот я сомневаюсь, что она прям будет такой очень серьезной сетью, которая сможет какую-то стать конкуренцией Facebook. Но это все на уровне ощущений, сами понимаете, да? Вот тоже та статистика, которую ты сказала, она, в общем-то, что, о чем-то говорит, да, и как-то это подтверждает. То есть я тоже там зарегистрирован, но и туда выходить никакого смысла не вижу. То есть это ты делаешь статистику для Google Plus? Ты один из тех неактивных пользователей? Да, я один из тех, да, миллионов. Понятно. Хорошо, кто еще желает сказать? Давайте я расскажу как пример активного пользователя Google Plus. Google насоздал огромное количество сервисов, где мы все так или иначе зарегистрированы. Это Google Bus, Picasa, G-Talk и так далее. И постепенно они все это будут мигрировать в сторону именно социальной сети Google+. Я как пользователь Picasa активный, я там фотографирую, чужие фотографии смотрю, обнаружил, что Picasa как таковая не осталась. Они все перевели в альбомы Google+. Я вынужден туда заходить для того, чтобы взаимодействовать со своими фотографиями, фотографиями своих друзей. Точно так же будет с другими сервисами, с базом и с другими. Поэтому постепенно они загонят туда людей. Правда, на это уйдет несколько лет. Хорошо, спасибо. Ну, я здесь с Сашей тоже согласен. Скорее всего, несколько лет все-таки уйдет. Но немножко, может, некорректный пример, да, Android. Вспомните, первая версия Android, это же вообще не операционная система была. Ничего, дополировывают и потихонечку захватывает мир. Ну, Google так всегда делает. Поэтому рано или поздно там все проснутся. Ну, годик-два, и пойдет такая же жара, как на Фейсбуке. Хорошо, спасибо. Я тоже хотела сказать, что как только они наберут достаточную критичную массу, это будет развиваться в разы быстрее. На данный момент они это делают всевозможными способами, я думаю, они преуспеют. Поэтому лучше всего уже сейчас для той же диверсификации, чтобы не, ну, все яйца в одну корзину не складывать, имеется в виду Facebook. Ну, а ваша компания в этом направлении работает? Наша компания работает в разных направлениях, но Google Plus сейчас не в приоритете. Мы ждем, пока они наконец-то начнут двигаться быстрее. Понятно. Ну и хотелось бы, тут, наверное, будет некое резюме всех, кто сказал. И точка зрения такая, что у Google есть все возможности, чтобы стать вполне себе заметной платформой на рынке
игр, в частности, social игр. И у них есть очень хорошие достижения в очень разноплановых нишах, начиная с поиска и не заканчивая андроидом. Соответственно, мы видим тенденции, как удачно, где-то менее удачно, но тем не менее все равно есть тренд. Они интегрируют все эти сервисы между собой, и в ближайшей перспективе, медленно, наверное, они выйдут на роль заметного игрока. То есть в этом плане я в них верю. Спасибо. Ради интереса посмотрим, что ответили на этот вопрос в Сиэтле этим летом. Было 2 против, 3 за. То есть похожая ситуация на нашу, но не верят там меньше. Вы можете видеть. Участники, к сожалению, не могут видеть, это шпаргалка. Поэтому. Итак. Юля, а ты нас будешь все время сравнивать с нашими коллегами в Сиэтле? Я не столько вас сравниваю, сколько сравниваю ответы, чтобы посмотреть, насколько в одном направлении смотрят представители игровой индустрии из Восточной Европы и из Западной. На самом деле, Европы. Не так мало времени прошло. Ну, относительно, 3 месяца, да? Прошло, да. Ну, это на самом деле мало. В таких трендовых вот вещах, которые не так и много. Не так и мало, сори. Точнее, не так и много. Ну, я думаю, сейчас на следующий вопрос мнение ваше и мнение тех, кто был в Сиэтле, совпадет, но посмотрим. Ну, что может быть трендовее тренда iOS? Очень много есть истории успеха того, как разработчики сделали что-то не очень большое для этой платформы, заработали много миллионов американских денег и остались очень счастливы. Соответственно, некая золотая лихорадка сейчас существует, все хотят добиться подобного успеха, не у всех получается. Но тем не менее, сейчас, например, на рынке смартфонов США iOS занимает уже около 30%, опять подрос недавно. На презентации своего iPhone 4S Apple озвучила цифру в 3 миллиарда долларов, это ровно столько выплатила компания Apple разработчикам за 3 года существования App Store. О том, можно ли там заработать сейчас, я спрашивать, пожалуй, не буду. Я хочу спросить ваше мнение на тему того, как вы считаете, продолжит ли iOS свой рост, сохранит ли те же темпы роста или под давлением конкурентов количество денег, которые можно заработать с помощью приложения на этой платформе, начнет в ближайшем будущем, не знаю, полгода, год, начнет помаленьку сокращаться. Как вы считаете, iOS, стоит ли туда вкладывать деньги в ближайший год, продолжать вкладывать деньги? Ну, я считаю, что они... Табличку, да. Ну да, все верю. И да, именно такой ответ, конечно же, дали эксперты в Сиэтле. Я считаю, что платформа еще даже не показала там 1/3 своих возможностей. Поэтому она будет развиваться, и, естественно, рост доходов обязателен. Хорошо. Однозначно. Спасибо. Ну, тут что добавлять? Понятно, что платформа активно развивается. Можно, думая о будущем, посмотреть в прошлое. То есть сначала вышел iPod как плеер. Потом многие говорили, сейчас выйдет какой-то убийца айпода, он так и не вышел. Потом появился iPhone, получил хорошую популярность, должен был всего вот выйти убийца айфона, но что-то так и не вышел. Потом появился iPad, убийца опять не появился. И как-то вроде нет оснований думать, что сейчас этот убийца вдруг придет. То есть платформа активно развивается, все тренды видны, все будет в порядке. Спасибо. Но говорили только что про Google, который продолжает развиваться и будет дальше развиваться. Естественно, заговорив об iOS, не могла я не спросить про Android. Про Android основное, что говорят сейчас, да, это то, что нет там денег. Есть компании, которые добились определенного успеха на этой платформе, но количество таких компаний, оно все-таки гораздо меньше, чем количество компаний, которые заработали на приложениях для iOS. Что случилось? Вы обсуждать будете вслух, если можно, нам очень интересно. Ты сейчас нас спросишь про Android, мы скажем, мы верим в Android. А где какие-нибудь горячие темы, где мы будем расходиться? Например, кто круче, Невасофт или Алавар? Или какой город интереснее, Киев или Калининград? Я единогласие в ответах, понимаешь, поэтому... Саша хочет бой тут. Подожди, подожди.
Я думаю, что интереснее, iOS или Android, больше интересует основную часть людей, нежели кто круче. Так что... iOS сейчас круче, чем Android. Я не задавала такой вопрос, ты прав. Так вот, Android, будут ли там деньги? Основной вопрос, который всех мучает. Сейчас все, кто делает приложение для iOS, думают, давайте будем портировать. Но стоит ли? Может быть, в итоге окажется, что из-за пиратства, из-за большого количества маркетов и так далее, денег там будет все-таки не так много, как хотелось бы. И опять я вижу единогласие. Ну что же, кто поддержит Android и Google опять? Проплачено, мне кажется. Все ответили, верю. Кто-то хочет прокомментировать, нет? Ну, тут все просто верят. Принцип какой? Преимущество Apple только одно – в монополизме. Да? В свое время Flash тоже был монополистом, и рано или поздно ситуация та же будет. Как с Flash, так и будет с iOS. А Android, ввиду того, что это просто всего-навсего операционная система, и они особо не парятся по поводу маркетов, но маркеты рано или поздно все равно будут. Да. Единственное, что сейчас выход на iOS значительно проще ввиду одного маркета. А там еще маркеты делаются. Да. Но рано или поздно это все равно ситуация выровняется. И даже ставлю 10 баксов, что через какое-то время Android накроет iOS. Через какое? Ну, годика через 2 это однозначно. Я думаю, все, кто против, могут поставить тоже что-нибудь через 2 года. Мы посмотрим, кто победит. Отличие еще в том, что Apple изначально приучал свою аудиторию платить. А на Android рынке первыми были бесплатные игрушки, в которые очень трудно было вообще играть. Я хочу сказать, что сейчас на Android менее 1% приложений в принципе, распространяется по платной модели paid. На iOS та же цифра 23%. Ну, извините, но нету маркета там, там магазинов еще нету. Ну, Украина, я понимаю, здесь все россияне сидят, да, мы, как украинцы, извините, ну, одна из крупнейших компаний, да, пытались с Украины выйти в маркет. Ну, это же идиотизм просто, то, что Google сейчас делает, чтобы выйти в маркет на Android. И нету там еще пока магазина нормального, появится. Ну и вообще, смотря на скорость развития Android, видно, что многие вещи запускаются достаточно сыроватыми, но также видно, что достаточно быстро они все это фиксят и развивают. Да и в любом случае, я вот не знаю, пожалуй, никакой платформы, где есть сотни миллионов пользователей, и в которых никто не верит, что с них можно что-то заработать. Удачи. Ну и что еще можно добавить? Доля Android растет постоянно сейчас, да? И прогнозируется, что будет расти и дальше. Видимо, Apple прогнозируется, что примерно останется вот 2015 года, если я не ошибаюсь. Такой прогноз есть от аналитиков, что Apple примерно сохранит позиции. Появится на Windows Phone, или там она будет Windows 8, может быть, в тот момент, да? Будут телефоны, смартфоны. И Android, по-моему, более 40% будет. И, несомненно, вот я тут с Павлом полностью согласен, что постепенно становится ситуация лучше, и Google все это разрулит, все проблемы, которые есть, все это дело унифицирует, и все станет хорошо. Аналитики, между прочим, к 2015 году предсказывают, что Windows Phone, ну, некий там 8, к тому времени какой, станет платформой номер 2. Да, да, да. Сразу после iOS. Да. И, тем не менее, не Android. Это Microsoft там проплачено, ребята, не верьте. Давайте я вам задам вопрос. Windows Phone, стоит туда вкладывать деньги или нет? Может быть, у вас хоть на этот нет, раз будут там разные? Нет правильного языка. Я против. Против. Ну, стоит подождать, по-моему. Вопрос? Давайте поднимите. Ну, хочется увидеть хотя бы разные таблички. Павел сразу две решил поднять. Windows Phone 7, да, вопрос? Windows Phone в перспективе через пару-тройку лет сможет ли занять лидирующие или близко к лидирующим позиции? Ну, это только вы меняете вопрос. Вопрос был, сейчас стоит вкладываться? Павел, вы на какой отвечали вопрос? Отвечайте на тот, на который вы отвечали. Ну, я, в общем, на свой отвечаю. Да. Да. У нас меняется схема, теперь участники будут отвечать каждый на свой вопрос. Пожалуйста, Павел. Мой вопрос был такой. Верю ли я в то, что сейчас стоит вкладываться в развитие каких-то своих приложений на Windows Phone?
касательно нового разработчика какого-то, то, конечно, сделав приложение на Windows Phone, сейчас он там не озолотится. И, ну и, наверное, через полгода тоже. То есть для него это будет, наверное, неудачный опыт. Касательно разработчиков, у кого есть портфель, добавить еще одну платформу, на которую можно продавать, например, как мы, это, безусловно, хорошо, потому что выход на новую платформу, на которой достаточно низкая конкуренция, и которая, в принципе, активно набирает аудиторию, это хорошо. Тем более можно закрывать какие-то ниши вот именно своими продуктами. Хорошо, спасибо. Александр, а вы на какой вопрос отвечали? С табличкой «Верю». Мы верим в Windows Phone 7, делаем под нее игры и считаем, что место в первой тройке через несколько лет у них будет. Ну, либо как минимум Microsoft потратит много денег на то, чтобы это получить, и мы готовы часть этих денег от них получить. А вот, кстати, интересно, к вам вопрос, как у вас есть игры, в том числе и на Windows Phone, правильно? Да, и компания Microsoft вкладывает огромные деньги в их продвижение. Пускай вкладывает, нам не жалко. А просто ради интереса, вот хотя бы не в абсолютных цифрах, а в процентах или в относительных каких-то величинах, доход от приложения на Windows Phone 7 насколько хорош? Насколько он сравним с доходом от iOS-приложения, например? Он несравним. Ну, а больше он или меньше, да, будем додумываться. Я думаю, что все будет заметно с января-февраля, когда выйдет пачка новых телефонов. Там будет много очень клевых телефонов. И я надеюсь, что часть из них будет дешевая. И Microsoft, напоминаю, потратит много денег на их продвижение. Пускай тратит. Хорошо. Вот в Сиэтле, вы знаете, до этого обсуждения не дошло. Там участники отвечали на те вопросы, которые им Жоул задавал. На вопрос об андроиде они ответили вот так. Один был голос против, все остальные сказали, что да, real deal, все будет хорошо. Участник, который поднял табличку с против, он закрыл свое лицо специально, чтобы никто его не смог распознать и задать лишние вопросы. Ну что же. Мы тут обсуждали модели монетизации, в том числе я как раз приводила цифры статистики. Если мы посмотрим топ-гроссинг, например, да, в App Store, то увидим, что там приложения в основном по фримиум модели распространяются. Платных приложений меньше, в принципе, везде, и в App Store, и в Android, где их вообще меньше 1%. Отомрет ли модель paid, когда пользователь должен платить за скачивание в каком-то обозримом будущем, и не придем ли мы в итоге к полностью бесплатному, к условно бесплатному контенту, как вы считаете? Останется ли в итоге только фримиум модель? Только это совсем только? Ну, это только вот paid больше не будет выпускаться, будут выпускаться все игры по модели фримиум, либо версия наша любимая try and buy и так далее. Никто не верит. Ну что, кто готов первым сказать почему? Останется обе бизнес-модели. И когда вот сейчас ты говоришь, что есть только версии, которые freemium, меньше 1% paid. На самом деле это не так. Есть огромное количество игр, которые позиционируются как бесплатные, но внутри есть разлочка. Ну, то есть это не freemium. Это не микроплатежи внутри игры. Это разлочка после часа игры. Я это согласна. Try before you buy. Не надо, вот, пожалуйста. Но это не тем не менее, скачивают пользователи игру бесплатно. То есть в App Store это основное противопоставление. Если ты платишь за скачку, либо ты платишь за лайт-версию, да, точнее, ничего не платишь за лайт-версию и докупаешь что-то. Либо полный фримиум, когда ты докупаешь контент какой-то, да, либо ну, докупаешь остальные уровни. Останутся обе бизнес-модели. Спасибо. Да, я соглашусь, потому что мы сейчас продаем paid игры, и у нас в ближайшем будущем выйдет новая игра freemium. И как раз мы не собираемся отказываться от какой-либо модели и концентрироваться на одной, потому что именно две имеют право жить. Другое дело, что не все игры и не все разработчики хотят смотреть в сторону freemium, потому что там сразу стоит вопрос монетизации, немногие умеют, немногие хотят с этим связываться. Поэтому хочется все еще продолжать портировать казуалки просто на iOS и пытаться заработать на этом деньги. В таком виде зарабатывание денег стало очень сложным. Но как дополнительное, как то, что может... Можно использовать уже имеющиеся игры, просто еще один способ создать новый ручеек
Вливание денег в компанию, это да. А кто-то может сказать, основываясь на собственном опыте, какая модель монетизации, вот по вашим ощущениям, на ваших играх приносит больше денег в итоге? 50 на 50. У нас сейчас paid приносит в основном, но только из-за того, что мы еще не выпустили свой новый проект. Но я думаю, что в будущем наши freemium игры будут приносить примерно 75-80%. Спасибо. Тут еще небольшая путаница уже, по-моему, произошла. Есть вот freemium, как скажем, полноценный, да, есть try before you buy, а есть paid, да, premium. Вот мы немножко тут все... Ну, try before you buy, например, это получается, то есть App Store не разрешает заливать так называемые триальные версии, правильно? Ну, это Android разрешает. А еще есть free-to-play, где вообще все бесплатно, а там покупается игровая валюта. То есть это что-то путается. Движение будет во free-to-play, как бы, я думаю, да, постепенное. По поводу paid, мне, вот, на нашем опыте у нас try before you buy работает лучше, чем paid. Но мы при этом выпускаем, я уже неоднократно говорил, и то, и другое. То есть в App Store и то, и другое. У всех работает лучше, но выпускают и то, и другое. Но при этом понятно. Try before you buy, то есть она free, а потом играешь какое-то время, да, и нужно покупать. Оно работает все-таки лучше. Вот в общем, да? Ну, в общем, так или иначе, все модели будут. Вопрос распределения уже их популярности между собой. Вот и все. Потому что есть некоторые продукты, какие-то игры, которые никак не сделать, например, нормально на free-to-play модели, а где будет отлично продаваться она с продажей эпизодичного контента, который там новый по уровню выходит, он там стоит каких-то денег. То есть все зависит в любом случае от типа игры, какая она, и под нее уже разработчик будет выбирать, какую модель он хочет. А все модели будут. Спасибо. Ну, я бы сказал, что еще здесь все зависит, вот правильно предыдущий докладчик сказал, от определенной модели. Ребят, ну завтра Apple что-нибудь опять стрельнет, он еще новую монетизацию придумает, и мы будем под эту монетизацию выдумывать игры. Как, собственно, до этого же не существовало, буквально еще там год назад, у нас была только одна схема продаж. Да? Лайт-версия и полноценная версия. Сейчас они добавили новую систему монетизации. Да, будут игры по подписке, потому что они подписку добавили, и к этому уже нужно мыслить. Будут игры по подписке временной, будут по подписке постоянной. Вот. Если есть система продаж, ну, давайте выдумывать игры под эту систему продаж. И поэтому все системы жили и будут жить. Спасибо. И Александр хочет что-то сказать? Я по-прежнему хочу предложить задавать нам вопросы, где мы будем частично не согласны. Александр, пока мы все впятером говорим одно и то же. Например, Александр. Спроси нас про HTML5. Это более прикольный вопрос. Надо. Пожалуйста. Надо. Я исполняю желания экспертов. Это не было подстроено, если что. Итак, HTML5 как платформа для игр. Как вы считаете? Ну, про то, что в интернете идут обсуждения, хорошо это или плохо, все и так прекрасно знают. Александр, плохой вопрос. Что ж такое-то? Саня, 10 баксов, ты проиграл. Итак... Что тут обсуждать-то? Вы сейчас опять все одно и то же начнете говорить? Да, сейчас опять. Давайте мы лучше сделаем не так. Давайте мы не будем говорить одно и то же. Мы сделаем вот следующим образом. Это был пример игры, например, чудесный и красивый, сделанный на HTML5. Явно она должна принести очень много денег. Сразу видно. Вот. Меня интересует вот такой момент. Это, вы видите, скрин из Сиэтла. 3 месяца назад, напоминаю, участники, когда им задали вопрос про HTML5, все подняли табличку «Хайп». «Нет», — сказали они. У нас ситуация прямо противоположная, все поняли табличку «Верю». Как вы можете прокомментировать эту ситуацию, почему они там на Западе не верят, а мы здесь, судя по всему, верим? Да крайне элементарно. Ой, я тут первый встрял, да. Но я как разработчик могу сказать. Да у них стоимость жизни-то хорошая и разработка дорогая, у нас дешевая. Поэтому мы верим во все то, что новое, и бросаемся и разрабатываем. Мы с надеждой смотрим, Google вырастет, Android будет приносить деньги. А HTML5 — перспективная платформа для игр. Но это опять же та же разница, что считать деньгами. То, что они считают деньгами, это не то, что наши разработчики считают деньгами. Ну, чуть помельче, конечно. Поэтому в этом вся и разница.
То есть наш уровень доходов как-то окупится, я так понимаю, им, для с их точки зрения, то есть тех денег, которые нужны им, они не заработают. Нет, просто они смотрят это с точки зрения развития компании, а не с точки зрения там заработать какие-то деньги. Для того, чтобы потом развить и продать компанию, это не выигрыш. Ну, вопрос там формулировался именно вот примерно точно так же. Давайте я отвечу. Как платформа для игр, да? Я могу повторить, 3 месяца не так уж и мало. То есть за 3 месяца ситуация немножко изменилась. HTML5. Вышел один из Facebook, сказал, что будет поддерживать HTML5 и развивать это направление. Вот, недавно это было. На Гугле открылся стор с HTML5 играми, и там Angry Birds есть. Хорошо, вы видите, как все быстро меняется в нашей индустрии? Я могу еще сказать, почему разработчики из Восточной Европы и из Западной Европы больше верят в HTML5. Потому что у 2 крупных российских и европейских соцсетей, у Одноклассников и студии VZ, есть сильный и мощный мобильный портал, на котором уже есть HTML5 игры, и они уже приносят деньги. Если мы говорим про Сиэтл, то там люди сидят в Фейсбуке и не сидят в Одноклассниках почему-то. А мобильный Facebook пока не... Тот момент, когда шел Сиэтл в июле, там еще не было полноценного, красивого, интересного портала с HTML5 играми. Но он скоро будет. Facebook это анонсирует. А будет интересно сравнить, например, в Гамбурге или в следующем году в Сиэтле, задать такой же вопрос на подобном же круглом столе, какой будет ответ на тот момент уже, да? Кто окажется более прав, мы здесь или они там? Конечно, мы. Да. Мы всегда правы. Мы всегда правы, да. Они иногда заблуждают. Мы верим во все новое, все будет хорошо. Осталось буквально 3 вопроса. Геосервисы. Я не знаю, Александр, насколько это совпадает с вашим ходом мысли, но тем не менее, геосервисы сейчас очень модное направление. Все больше приложений пытаются использовать его, привязываясь к местоположению игроков. Angry Birds даже планируют ввести у себя геосервисы. Да? Есть примеры игр на Android, которые активно внедряют в себя. Как вы считаете, геосервисы и их использование в играх, насколько перспективно это направление? Будет ли этого много, будет ли это приносить денег или нет? Вы пытаетесь теперь не только одинаковые таблички поднимать, вы хотите еще и одновременно это сделать, мы да? Мы чуть-чуть меняем, да, чтоб какой-то спор появился. Ну, хоть наконец-то Виталий услышал мой призыв о том, что людям нужны зрелища. Виталий, почему нет? Ну, опять-таки, я хочу вернуться к старому вопросу, да, к вот немножко непонятному, какая система монетизации и т.д. и т.п. Ну, будет несколько действительно качественных игр, которые используют этот геосервис. Но в целом казуально это, ну, знаете, нельзя натянуть что-то такое маленькое на что-то такое большое. А что здесь маленькое, а что большое? Я промолчу, но думаю, все поняли, да? Казуальные игры, они сами по себе. Если мы говорим о казуальных играх, они пытаемся выдумать. Но ясно-красно сейчас начнут, есть геосервис. Давайте, так сказать, что-нибудь выдумаем, и будет очередное дерьмо, в которое там будут вкладываться бешеные деньги. Есть обычный геймплей, есть обычные жанры игр. Но не натягивается это на, по крайней мере, текущую ситуацию. И я ее не вижу никак. Спасибо. Вопрос к тем, кто ответил «верю». Вот вы собираетесь вообще использовать это в разработке собственно, в собственных разработках? Я вот хочу продолжить тему «натягивается и не натягивается». Понятно, какие вопросы нужно было задавать. Учту на следующий раз. А вот мне кажется, что возможность использования геоположения, она в большей степени... Нужно на нее смотреть не с той точки зрения, чтобы все игры станут геоиграми. Нет. Это еще одна фича, которую разработчик может использовать. Ну, как, например, вот раньше не было мультитача, а вот теперь есть мультитач. Ты его можешь не использовать, но если будешь использовать, найдешь, как это прикольно сделать, то здорово. Так и здесь. И тут фантазия, она, в общем-то, вообще не ограничена. Те же простые casual игры. Да вот навскидку, я не знаю. Например, играя в какой-то точке, именно географической точке, человек получает больше бонусов. Я не знаю зачем, но так или иначе это можно прикрутить. То есть вот натянули. Вот так и создаются игры обычно. Ну, вот желательно еще покурить предварительно, да, и, ну, не натягивается это никуда, по крайней мере, на текущую модель. Ну вот, да, вот.
У нас разные точки зрения на эту тему, но это, наверное, хорошо. Так на самом деле не разные точки зрения, это одинаковые. Вы просто немножко по-разному смотрите. Один, понимаете? Игорь, объясни всем, что в итоге нужно было понять всем одинаковые. Они одно и то же говорят. Один говорит, что это как бы не получится натянуть на всю вот эту вот казуальную индустрию, а второй говорит, что да, не получится, но получится натянуть куда-нибудь. Но натянуть хорошо. Куда натянется? Ну, как бы оба правы. А ты что думаешь? Оба правы. А в своих разработках планируешь? Нет, пока нет. Не натягивается? Пока не очень. Но, тем не менее, верим. Хорошо. Ну, да. Александр? У нас игры с геопозиционированием стали причиной появления в Алаваре новой сущности. Мы открыли, по-моему, вчера инвестиционный фонд небольшой на 3 миллиона долларов, потому что мы не смогли придумать другого способа сотрудничать с командами, которые создают геолокационные игры. То есть их много, но мы не можем их издавать, нам нечего им предложить, кроме денег. И сейчас мы с несколькими такими командами общаемся, даем им какие-то деньги, они будут что-то пытаться делать с этими играми на iOS и Android. Но издавать их в традиционном смысле не получается, потому что там нужно все делать по-другому. Там это игры, где нужно покупать реальные дома или бегать друг за другом змейкой. Это не совсем наша аудитория, не совсем наши каналы продаж, но мы верим, что такие игры будут. И часть из них будут как раз казуальные. Может быть, это не будет стандартная механика, там матч 3 или хопа какой-нибудь. Но они будут для обычных людей на обычных устройствах, на телефонах. И они будут интересны и понятны людям, которые просто используют этот телефон для жизни. Такие проекты обязательно появятся. Мы с огромным удовольствием в них вкладываемся. Если у вас такие есть, приходите к нам. Я так уже представила, скачал игру жанра какого-нибудь, типа постройка что-то, пошел, купил реальный дом, продал. Да, да, да. Именно так сейчас это и выглядит. Перепродажа реальных домов от одного игрока к другому. Причем желательно за внутриигровую валюту, знаете. Ну, это такая смесь Foursquare и монополии. То есть можно стать мэром в Кремле и продать его другу. А людей можно покупать будет? Как? Нет, там сейчас пока только здание. Но это один из проектов, пока. У нас их несколько будет. Отлично. Ну, то есть вот ваша табличка «Верю», она, собственно, символизировала, что вы… Да, мы уже этим занимаемся. Не только верить, но и делать. Есть у меня, если не ошибаюсь, ответы, которые тоже оказались другими в Сиэтле. Всего лишь один ответ «да», четыре ответа «нет». Почему-то они там на Западе не верят в геолокации, хотя, казалось бы, как вы можете… Игорь хочет что-то сказать. Да, они верят так же, как Паша. Ну просто… Но стесняются об этом сказать. Да, понимаете? Мы не стесняемся, мы верим в светлое будущее и не стесняемся. Но, в общем, интересно, на самом деле, наблюдать, как, насколько разные получаются ответы. Казуальные игры на ТВ. Вот здесь сейчас говорили про немножко разную аудиторию и так далее. Да? Аудитория очень привлекательная здесь. Это наша аудитория, аудитория казуальных игр, к которой мы, может быть, не имели доступа через PC, да, но теперь можем получить доступ через телевизор. И технологии уже существуют, контента пока не очень много. Будет ли это направление перспективным, будет ли оно приносить деньги? И сейчас все снова поднимут таблички. Но Виталий сохраняет на самом деле свою позицию. Ну, у меня единственная, так сказать, ремарка. То, что сейчас есть, я часто езжу по командировкам, по самолетам и смотрю на это безобразие, которое есть, пока не будет нормального управления, все-таки, ребята, давайте честно говорить, да, дальше матч 3 и чего-то там левого поиграть 5 минут, потому что делать нечего в номере, это не пройдет. Пока не будет нормального хотя бы 3D, да, джойстика на пультах, я до сих пор удивляюсь, почему это не сделано, но это будет в зачаточном состоянии. А у кого уже есть опыт создания игр для телевизоров? Если да есть? Делали, но все здесь делали это в свое время. Все да. Делали, все и что? Все сидели, делали. Так и что? Сделали и что? Есть джойстики, говорят тут. Они продаются. Продаются, да, но опять-таки говорим, мы не говорим о полноценном casual, да, мы говорим о каких-то простеньких достаточно механиках, которые занимают только там... Какие-то копеечки. 5-10 минут выпустить пар. Ну что же, наконец-то совпадение. Всего лишь один был голос против и 4 за. Все как у нас. Верят на Западе в Casual TV, в казуальные игры.
на ТВ. Ну и последний вопрос, последний тренд. Если мы вспомним историю скачиваемых казуальных игр, да, то посмотрев на топы ведущих мировых порталов, можно было увидеть, что, ну, больше половины точно, игр, которые там были представлены, хитовых игр, были сделаны именно разработчиками из Восточной Европы. Как вы считаете, повторится ли та же ситуация в мобильном секторе? Завоюем ли мы мир? Вопрос. Ну, конечно же. О! Скажите, а Финляндия — это Восточная Европа? А вроде это бывшая российская губерния, так что, наверное, да, восточная. Да, наверное, восточная, да. Так, Павел решил, чтобы никто его не понял, поднять табличку кверх ногами. Но мы все равно догадались, Павел, почему? Не верю. Итак, у нас 3 против, 2 за. Александр вообще за все за, я смотрю. Почему не верю? Потому что очень большое количество разработчиков, и мы это сейчас видим, делают очень классные игры. И по отношению к ним не так много здесь разработчиков, таких же классных, кто также много делает игры. И так резко это не поменяется. Давайте, тут все просто. Почему мы, так скажем, победили, ну, восточноевропейские разработчики, на скачиваемых играх, да? Потому что это просто нерентабельно делать за границей. Ну, я имею в виду на Западе, там в Америке, это просто нерентабельно с теми, вот будет разработка намного дороже. Разработка у нас дешевле просто. Ну, в общем, короче, да, все просто. А с мобильными все другая ситуация, там нет этих крупных порталов, там все работает по-другому, там сами себя издают компании часто, и совершенно другие деньги там крутятся, и очень профессиональные команды есть на Западе, и нас таких мало, но есть. Наталья? Ну, я считаю, что просто на данный момент продвижение всех казуальных игр происходит через большие порталы. Все русские разработчики идут через них. Никто сам не продвигает. Поэтому, собственно, это заслуга. То, что наши игры там в топах, это заслуга не наша. Это заслуга этих порталов. Некуда было пойти больше. Да, собственно. А с мобильным направлением здесь немножко другое. Здесь можно выйти самим, и всем хочется выйти самим. Но вот никто не знает, как это делать, потому что за 10 лет... никто не умел, никто не научился. Вот. А сейчас мы как бы это делаем, и делаем довольно успешно. Поэтому я думаю, что для того, чтобы это было массово, чтобы мы именно занимали 90% топа, нужно, чтобы каждый в этом зале научился продвигать самостоятельно и это делал. Сегодня же вот я тут чуть-чуть поаппонирую. Дело в том, что вот примерно такие же речи люди говорили, когда открылась возможность делать игры для Фейсбука, и это очень такая популярная была фраза, а теперь издатель не нужен, и всем много стали делать контента, и вот на Фейсбуке сейчас, и как там теперь без издателя, хорошо там сделать игру и запустить? Да нет, нехорошо, потому что издатель нужен именно для продвижения. В одиночку продвинуть что-то на этой платформе без чемодана денег, оно нереально. То, что издатель... Просто Наталья, здесь... просто есть чемодан денег, она заулыбалась. Нет, просто хочу сказать, что на данный момент у нас около 45% оборота компании, это именно с iOS. Плюс сейчас, по моим прикидкам, в этом году наш оборот увеличится в 2.5 раза по сравнению с прошлым годом. Поэтому я думаю, некоторые все-таки умеют, да. Не, ну вы-то молодцы, я же не спорю. Я еще хотела Виталию спросить, у него просто резко изменилось выражение лица во время того, как Наталья говорила. Что да нет, нет, у меня с лицом все нормально. Чемодан денег разрешил все вопросы? Чемодан денег тут не при чем. Вы знаете, ну, наверное, это будет немножко эмоционально, но славяне отличаются от всего остального мира одним. Они очень креативны. Я верю в креатив, я разговаривал по долгу службы с очень многими молодыми ребятами, которые обезбашенно, так сказать, делают на последние деньги, там, по ночам и т.д. и т.п. игрули. Вот как раз, может, мы здесь, так сказать, бизнесами померяемся на круглом столом, лицом поторгуем, да, а они как раз и порвут этот топ-10, и тенденция к этому идет. Вы же посмотрите сейчас, даже в топе, ну да, под чужими именами, там Челинга, ну согласен, но один наш украинский разработчик сделал, торчит. Поэтому за счет равности вот как раз маркета мы возьмем креативом. Хорошо, и не высказался только Александр, который верит.
Я считаю, что в Восточной Европе очень креативные люди, которые умели раньше создавать хорошие казуальные игры, будут продолжать создавать их дальше, а продвигать кому найдется, и чемодан денег тоже найдется. Если будут создаваться хорошие продукты, ну, всегда придут издатели, дистрибьюторы, инвесторы, продвиженцы, маркетологи, создадутся порталы, создадутся издатели, все это будет. Но создание игр – это именно то, что главное в этой индустрии. Нужно сделать хорошую игру. Кому ее продвигать и где уже найдется? Здесь по-прежнему создают хорошие игры. Хорошо, я с удовольствием показала бы вам скриншот из Сиэтла, но, к сожалению, там такой вопрос не задавался. Мы не узнаем, что думают ли они об этом вообще, завоюемый мир в конце концов или нет. Но, в общем, это был 10-й слайд, поэтому сейчас я попрошу аплодисменты экспертам, которые в конце все-таки начали спорить. Мы только разогрелись, а уже все закончилось. Ну, вот так а сейчас будет самое интересное. Сейчас вот все, кто на вас смотрел и долго слушал, не имел возможности что-то сказать, могут задать свой вопрос и услышать мнение представителей лидеров индустрии. Да, вопрос первый. Давайте я подойду. Алло. Здравствуйте. Николай, я вот последние дни о чем думал. Скажите, пожалуйста, когда-то Apple, получается, почти что умер, пришел Стив Джобс, да, он его поднял опять, сейчас мы Стив Джобса потеряли. Не боитесь вы теперь, что iOS вместе с ним уйдет? Не боитесь ли вы, что успех iOS закончится вместе с уходом Стива Джобса? Я уже этот вопрос мне уже задавали, ну так, не на круглых столах, конечно. Трудно вообще сказать, что будет. Но я думаю, что можно быть уверенным, что в несколько лет по инерции у Apple все будет хорошо. А вот дальше будем надеяться, что тоже все будет хорошо. У нас участники, да, у них очень вдохновляют, на самом деле, ваши ответы, потому что верится в светлое будущее. Александр, хотели что-то сказать? Я вообще тоже сторонник роли личности в истории. Считаю, что Стив Джобс действительно много сделал для этой индустрии, для этого мира. Но от того, что его нет с нами, это не значит, что нет с нами его идей. Он заложил какие-то основы вот этой вот цифровой вселенной. И поверьте, в Купертино есть подробные инструкции, что делать в следующие 10 и 20 лет. Если они будут делать все это правильно, сохранится вот этот напор энергии и перфекционизм, который был у Джобса, то все у них будет отлично. Я надеюсь, что они будут еще все-таки в эти ближайшие 20 лет думать головой, потому что ну, не да, факт, что не это правильно. Не только этими записками пользоваться, да. Спасибо. А еще вопрос? Вопрос по поводу убийцы айфона. Что вам, как пользователям, вы думаете, что должно быть в убийце айфона? Или как издателя? Какие есть минусы, которые могли бы другие компании использовать, чтобы преимущество получить? А у меня Android. Android, отлично. Ну, да мне вообще, по большому счету, все равно, будет убийца, не будет убийца. Мы, как разработчик, как издатель, только приветствуем появление новых классных девайсов. То есть нам-то все равно. А у вас какой телефон, кстати? BlackBerry, понятно. Мы поняли, что вы имели в виду, задавая вопрос. Есть еще у кого-то вопросы? Да, Александр. Что вы думаете о таком направлении, как augmented reality, расширенная реальность, дополненная реальность? Ну, это совсем далекое будущее. Не, ну, когда далеко. Сейчас уже есть игры, которые в какой-то мере по чуть-чуть что-то там используют. Опять же, как фичи, где это уместно, это хорошо. Не так много мест, где это уместно. Но какая-то вот такая вот своя нишка небольшая, она существует сейчас. Да, та же ситуация, что и с, как там их, территориальными. Geolocation. Так, спасибо. Есть еще вопросы? А, вон я вижу сзади. Последний вопрос. Предлагаю поднять таблички. Спасибо большое за круглый стол, очень интересно. Вопрос такой, вы вот чувствуете, что все изменяется, и в общем-то, то есть, ну, мы поняли, что download как бы ушел, все как бы используют социальные сети или там другие варианты для того, чтобы доступиться к пользователю, то есть попасть на их мобильное устройство или там на компьютер. Вы вообще, вот вы, исходя из этого, вы планируете того, что получится так, что владелец IP, то есть, ну, грубо говоря,
персонажа или еще кого-то и будет, в общем-то, рулить всем этим. То есть пока все переходный период, но все получается идет к тому, что будет игрушка одна, она где-то крутится в клауде, вы имеете вьювер ее на любую свою систему и как бы будете жить вот в такой реальности. То есть вы вот планируете как-то изменяться вот в том, что, в общем, игрушка будет превращаться в добавить себя куда-то и получить к этому всему вьювер. Вот как вот, в общем-то, планируете вот жить в таких вот условиях? Бизнес-модели будете меняться? Или вы уже готовы к этому? Или вы думаете, что то есть, такого не произойдет никогда, и у вас есть свое мнение на это? Антон, я думаю, это уже произошло. Собственно, потому что если разработчик отдает IP издателям, издатель потом портирует все это на все платформы, потому что он носитель IP, он считает, он выбирает, куда что портировать. А если разработчик был достаточно умен и оставил права у себя, в том числе на другие девайсы, то у него есть выбор, куда пойти. Сейчас я знаю, что многие стоят раком, собственно, уже. Ну, я бы добавил все-таки, ребят, так, данная конференция – это конференция разработчиков казуальных игр. Ну, здесь все люди, которые стояли у истоков, еще тогда слова такого не было. Само слово «казуальность» – это удобство, да, и оно как раз и подразумевается, то, что игра должна быть везде. И наша ментальность только одна – мы мыслим так, чтобы… Любому пользователю она стала доступна. Естественно, это подтверждает слова. И бизнес-модель меняется, да, появляются новые девайсы, появляются новые схемы оплаты, появляются. А наша задача только одна. Любому пользователю должна быть доступна наша игра. Точка. Касательно вашей первой части вашего вопроса, то есть там как постулат прозвучало. Download умер, все ушли в social. Download не умер, все и не все ушли в social. То есть мы как бы не говорили, что есть что-то умерло, и все куда-то резко ушли. Возвращаемся к первому слайду. Можно заново начать презентацию и поднимать таблички. Казуальные скачиваемые игры. Спасибо. Тогда, наверное, аплодисменты нашим экспертам. Спасибо вам большое. Я думаю, было очень интересно. Если есть какие-то вопросы, ко мне можете обращаться. А таблички можно забрать? На память. Я буду в офисе показывать. Вот знаете, у меня там люди будут защищать проект, а я буду так верю, не верю. Александр, по вашей тенденции вы все время верю поднимаете. Будет... Я могу забрать только одну. Зачем вам вторая, вы все равно ее не пользуетесь. David, I'm sorry, one more last question. He just came here, I can't. Меня там просто не видно, поэтому я руку держал долго, никто не понимает. А вот такой вопрос, как вы к патентным троллям, знаете таких? Что-что? Там патентные тролли. Да. Это вот и... Не, ну в смысле, как вы относитесь к... Видите ли вы здесь угрозу вообще в патентах? Потому что вот мы сейчас наблюдаем борьбу между Samsung и iOS, и это не шутки, они там друг друга запрещают продукты. И это железные патенты, а еще же есть софтверные. И если вы посмотрите, там сейчас некая компания Lloyd's, например, она пишет всем, у кого есть лайт-версии игры, ну, кто много продает, рассылает письмо, что платите нам деньги. Или на purchase там есть, и это патенты, и платите нам деньги. Что вы можете сказать по этому поводу? Можно, или это ко всем, да? Можно я кратко отвечу. Немного из гейм-индустрии. Когда меня молодые ребята спрашивают, а вот как вы боретесь с клонами ваших игр, я говорю, ребята, клонируют, значит классно. Аналогично с патентами, будем жить как-то. Я вижу в этом большую угрозу для IT-индустрии. Я надеюсь, что крупные компании все-таки научатся договариваться. Потому что если этого не произойдет, то в потере окажутся все. И сами эти компании они будут воевать, тратить деньги на юристов. И пользователи, которые не будут получать свои любимые устройства и свои любимые софтверные решения. И мы разработчики, потому что нам придется как-то с этим жить. Мы ничего не можем делать. Там большие ребята, они будут говорить. Слушай, будет война патентов, закроются к чертовой матери несколько устройств. Но перейдем на другие устройства. Что нам делать? Нам надо делать на те устройства, на которые мы можем делать. Распространять наши игры и быть счастливы. Если ты придумаешь, что делать, приходи к нам, мы поддержим. Нам бы хотелось, чтобы война прекратилась и чтобы все начали дружить. На этой вдохновляющей ноте, мне кажется, можно закончить. Если есть вопросы лично кому-то, как экспертам, вы можете подойти и задать им эти вопросы. Спасибо всем большое. Круглый стол закончен.
Thank you, Julia.